Мне, например, пришла следующая расшифровка таких игр, как игральные карты, домино, шахматы. Эти игры пришли из космоса, но для чего они даны людям и что выражают, было неясно. Тем более, что первоначальный смысл их давно извращен людьми. Я получила следующую расшифровку. Игральные карты выражают условную иерархию, существующую в земных мирах. Я подчеркиваю, земных, но не космических, потому что там все несколько по-другому. Домино. Игра, показывающая, как с помощью подыскивания определенных кодов происходит стыковка разных миров. Шахматы. Игра, показывающая, как в высшей иерархии управляют со своих высот людьми, и те этого не замечают.